В этом учебном году в регионе зарегистрировано 8200 детей с особыми образовательными потребностями. Большое значение в создании благоприятной среды для детей с особыми потребностями и их становлении полноправными членами общества имеют инклюзивные учебные заведения. В рамках проекта «Кидергисес Келешек» с 2018 года в регионе открываются кабинеты инклюзивной поддержки. Сейчас их число достигло 26. Депутаты фракции «Аманат» провели мониторинг инклюзивных кабинетов в школах. Недостатки были выявлены сразу. Самые главные из них – это маленькие помещения и недостаток освещения. Например, в этом кабинете, расположенном в школе номер 9, обучаются дети с задержкой психического развития. Здесь детей обучают дефектологи, логопеды, психологи и другие специалисты. Однако выяснилось, что здешняя уборная не снабжена всем необходимым. Вообще, если честно, мынау нәрсе білмеймін қай бір ипі ойлап тапқан вообще это не нужно. Почему? Потому что когда ребенок подъезжает, упирается, полу жетпейді. Далее съемочная группа посетила кабинет в школе номер 32. Он оказался просторным и светлым, однако депутаты подчеркнули, что необходимо обезопасить детей в игральной комнате и ограничить доступ ко всяким мелким игрушкам, которые ребенок может случайно проглотить. Там даже просто вот так не сидим, где такое. О главных целях данной проверки рассказали сами депутаты. Давайте же обратимся к их мнению. Образование начинается все. Благодаря этому образованию завтра поступят в высший университет. Потом возьмут специальность и полноценно смогут работать, жить в обществе. Для этого мы должны все создать условия для людей, для детей с инвалидностью. Создание комфортных условий для получения качественного образования является одной из главных задач, рассказали депутаты. Ведь интеграция людей с особыми потребностями в общество показывает уровень его всестороннего развития. Мадияр Салыков, Назиргет Сабаева, Канат Бахатулы, Айхан Ахпарат.